Этим летом уже более 150 тысяч ребят из Подмосковья провели смены в детских лагерях. Бесплатно смогли отдохнуть около 3000 детей, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции. Всего для детей из Московской области организован отдых более чем в 1000 лагерей. 105 из них находятся за городом, 985 при школах, а еще 4 на Черноморском побережье, где несколько недель в том числе провели ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Выбрать лагерь для отдыха ребенка можно на сайте campmosrec.ru. Планируется, что до конца лета отдохнуть смогут еще порядка 30 тысяч детей.